Вопрос содержания взлетно-посадочных полос в отдаленных сельских поселениях поднял глава Ишарского сельсовета Дмитрий Вылко. А все дело в том, что у муниципального образования нет ни денег, ни техники на содержание взлетной полосы. В настоящее время содержать взлетно-посадочную полосу в рабочем состоянии помогает Наринмар сейсморазведка. В поселке работает сейсмологическая партия, именно она предоставляет технику и несет расходы, но на постоянной основе предприятие это делать не может, отметил Дмитрий Вылко. Глава округа Игорь Кошин поддержал главу Ишара и поручил проработать вопрос содержания вертолетных площадок руководству Наринмарского авиаотряда совместно с муниципальным предприятием «Северожилкомсервис». Как отмечал ранее вице-губернатор НАО Сергей Сурков, в 2016 году средства на содержание вертолетных площадок в регионе будут выделяться из федерального бюджета.